умирала молодая женщина. Дочке 18, ей 36. Муж бросил. Я работала медработник, но все равно это страшно слышать. Многие наши пациенты слышат: мы ничем уже не можем вам помочь. Паллиативная медицинская помощь – это та сфера, где слово сочетание «мы ничего не можем сделать» – оно вообще неприемлемо. Хотя, казалось бы, с другой-то стороны. Сердце, которому больно, говорит и делает больно другим. А не гуманнее, может быть, человеку не знать о том, что он умирает? Смерть, она ведь такая же часть жизни. И он уже у меня плакал, говорит: я никому не нужен, я брошенный. Бывает, что ты даже не можешь, тебе так тяжело, что ты не можешь ни с кем поделиться. Я очень рада, что вы есть. Смотрите программу «Обернитесь» 10 января в 18:45.